Итак, следующими со своим стымом на сцене появляется команда КВН сборной Амурской области Китайской Народной Республики. Талантлив человек, талантлив во всем. Кем бы он ни работал. Например, таксистом. Жене своей да покажи, придурок! О, расходник. Самое большое млекопитающее, три буквы. Кит подходит. Известный глава байкерского движения, 8 букв. Кожемяко. О! Кожемяко подходит странно. Я всегда думал, что он парашютист. А ладно, неинтересно, какие-то простые вопросы. Происходит. Мужик передачу ведет. И он же мужикам цветы дарит. Командир свободен? Давай садись, такси, бегись, кабанчик, мы куда едем? Слушай, у меня жена рожает, в роддом надо! А, значит, не торопимся, да? Это, давай на заправочку заедем, мне надо не замерзать. Тебе что, окна грязные? Да трубы горят. Какой объем у нее? 1,3 у моей малышки. Слушай, так тебе еще литье спортивное поставить, обвес спортивники сделать, три люка врезать в машину, вот такую трубу охладную поставить, и вообще машинка the best будет. Короче, отстань от моего функара, а? Я на Амурской осени был. С Панкратовым черным здоровался. Стоит себе фаворит, коротким мы пели. С Крачковской фотались. Да ладно. А с Геной Букиной вообще в кабаке сидели до самого утра. Я его так полюбил, что ж расставаться не хотелось. Ну что ты мне об этом рассказываешь, а? Ты еще передачу об этом сними. Хотя, кто ее смотрит, как бы. Слушай, а тебе где остановить-то? Ну, вот между тем и тем домом. Да говори нормально. Что за между тем, а? Где ты дурацкий слоб набрался? Значит, не надо. Давай. Свободен? Садись. На. Сейчас, подожди минутку. Алло, здорово. А что друг-то не веришь? А, всю ночь с ней, да? Так, подожди. Слушай, всю ночь с ней. Ну еще как, ну все, поверь, нормально. Да все чеки пукивают, да? Да я тебе сразу говорю, что у тебя кардан. Там делом на час, и всю ночь проводился. Куда едем? На Тайвань, еще Тайвань! Твою вчера троих быков возил. Прикинь, до места довожу, ними накидывают, мол, денег нет, расплатиться нечем. Я, короче, недолго думаю, врыл одному, второму, третьему, короче. Сейчас я Тайвань знаю, кто такой Сереголовый там. Три-два, ты где? Нет, так целый день, а? Где-где? На Калининском пивезде! Лейтенант Луценко? Угу. Не, вы вообще обалдели, что ли? 140 на футике, а? Выйдите, пожалуйста, из машины. Поехали. Ваши документы. База пробейте по штрафам. Логвинов Сергей Васильевич. Ульянова Валентин, 507-990. Сергей Логвинов? Да вы хоть знаете, кого остановили? Кого? Таксиста. Ну хорошо. На следующий раз прощаю. Ваши документы. Счастливой дороги. Пока. Вот врус с Тайванем. Чё ты выронил тут? Чё это, да? Ну-ка, опа! О! Отличненько! Привет! Здорово! До Михахи не подбросишь? 150, садись. Ну что так дорого, может быть, как-нибудь договоримся? А, детка,
Как ты со мной собралась договариваться? Они что, шоу-бизнес, что ли? Вот! Серег, здорово! О, привет! Ты встанет, я не видел. Да. По-братски в квартал накинь. Да, давай по-братски, 50 рублей мои. Серег, слышал, что ты со своей старой работы ушел. Что случилось? Да в такси Маруся нифига не платит, блин. Всю зарплату матрешками выдают. Ну я с Ихнего такси не сходил. С Ихнего? Это правильно. Тебя на телевидение тогда не взяли. Макар, а ты помнишь, как я на тебя весь 11 класс сдулся, когда с моей Светкой замутил? Да ладно. Кто с ней тогда не мутил? Я не мутил. Спасибо. Давай. Будь здоров. Ой, ну где смена, ё-моё, ну. Уже... Алло, Настёна. Ну давай, я уже подъехал, выходи, ё-моё, уже домой ходим. О, давай. Давай, принимай тачку. Садись в машинку. Поехали. Ну там всё нормально, да? Все, разберешься, короче. А что бородатый такой? Что-то грязный. А у тебя что? В салоне чисточка лица. Недорогое удовольствие, а? Запахло весной. Дорогие друзья, выбирайте настоящих таксистов. Запахло весной. Неделя под мой.